А что ты вышла спать? Ну, чтобы меня перенесло на кладбище. А то мне очень долго лететь. У меня полетка 150. Я почитаю. Телепорт до Лоран вроде бы нет. Ну, с Долорана еще дольше лететь. Два раза дольше. Не дольше, чем из Накса. А, подождите, мы в СА или в ОС? ОС. Еще с озера не наше. А то я... Че, Рилли? Наше. Не написано, что нет бафа. А, блин, я скрыл баф на контроле. Нашел настройку теперь, блин, путаюсь. Типа можно все бафы скрыть в одну иконку, тогда проки лучше видно. Но это если не хочешь ставить Телмивен и прочие. Это как называется аддон, я забыл? Это не аддон, это настройка прямо внутри игры. Такой нашел. Че, и как? И как? Как называется? Где это настроить? Интерфейс открывай. Интерфейс. Интерфейс открыл. Эффекты и ауры. Объединить положительные эффекты. Ставь галочку там. А это кто такой? Мы могли вазу взять. Ну так а кого вы взяли? Не знаю, какой-то. Это новичок. Ваза спросите, может ваз пойдет? А что за новичок, он в Дисе? Нет. Я предлагаю у кого-нибудь из мейна взять, вон там вот. Того же слизь дерева лучше взять. Краш-тест на... Вместо меня, может. Ну, лучше слизь дерева, да. Тут вместо вот... меня тогда. А ты что, все охаешься? Нет. А мне это тоже твин. А челику надо хотя бы одеваться. Да вон вместо мага берите, как, ну, у магу да еще далеко, если с дерева пойдет, потому что он, сколько он там, он 25-ки полутается, 200-ый уже будет. А маг, ну, не знаю. Новый какой-то, вообще не подписанный, не имя, ничего, просто аркан. А куда летим, СА или ОС? ОС, ОС. Короче, часы точно надо брать, да? Так. Да. Выше голову. Что, слизь дерева идет? Да-да, сейчас он. Бегвар еще у него есть. А там кольцо поди какое-то, а скритонное или какое-то есть. Пришел с ума на хлеб? Да, я там смотрел это. Че на Эльму брать? За другу тут. Залетай к нам, сказывай.
хватит ход. Сейчас будем тебя. Притяжкой сбивать можно. Ты холик, да? Я да. До этого холиком играл? Я... ЛК... Это мои первые персонажи за ЛК. Я с Пландарии пришел. Я там играл на холике. Угу. Ну как бы в Пландарии же еще не сильно, насколько я знаю, поменялась механика классов. Да поэтому... все сильно поменялось. Ну я вообще на монахе играл 6 лет, так что, ну собственно. Ну холик здесь такой специфический класс. Он специализируется на просадках рейда. То есть те боссы, которые периодическая аура постоянно тикает, какая-то урон. Допустим, Лана, Тухлый, там Синдра, Халион во тьме. Комната на лече. Вот эти все вещи. Холик. Вы безобидны, ничтожные составы. То есть я могу смело делать второй спектр ДЦшника, да? Угу. Он в 25-ке как бы хорошо ассистит хилам. Но больше всего он себя раскрывает на просадках, на серьезных. А вот. Тут, насколько я понял, ДЦшники они не бьют, они чисто абсорбят, да, щиточки раскидывают, ну, да. И все. Угу. Мало не хватает. Я ХПС набиваю. Я думаю, будет кошки. Портал и будет отражение. Потому что за друлю и Насти у нас нет. Давайте портал. Я... Появился, отражение появилось. Все сдохли, да? Вон он портал. И он прям в морде босса. Отверни морду отсюда. Ну как, шо я побью? В него два залпа стрел запустил и... Ну, понятно. В это время пока не летели. Глыбу надо было. Я чувствую это... Заслакал. Ну, наверное. Смотри, вот этот маунт, или мне кажется, он бегает быстро, пиздец, смотри, вам не кажется? Смотри, я просто, блядь, метеор нахуй. Ну вот кто со мной сравнится по скорости? Смотри, как он летает.
Видишь? Я. Да, ну, блядь, никто не может обогнать вообще. Смотри, как быстро. Смотри, и... Вольт, давай этот. Сейчас тест пройдем. Давай на перегонке, где кто? Ну давай через реку и башу. Смотри, не фейс. Я сейчас кастовать начнем, блядь. Вообще и под аурой паладин. Чего они избили притяжкой? Убегайте, убегайте. Ну там второй был, наверное. Ой, если бы вы знали, какой кайф за шипы играть. Не знаю. Так расслабляюсь после всяких ДК-танков. Паладинов, блядь. И качал там из 40-го левела. Шипы в слово. Даже гонится не просил. Или мне кажется так, но у него так... Так кто-то, блядь, передвигается он быстро. Из 40-го левела замечательно качается. Или с 50-го. Как там не распыло, да? Ну, на первом. Помню, карте испытал. Что в истории гильдии будем писать? Наступила неделя, когда мы в Наксе убили. О, в Ульде убили одного босса. Да? Василили только одного босса. Все уже настолько оделись, что уже даже, ну как бы, одного босса убил. Мне интересно. Как думаете, око осилим? Десятку? Ну конечно. Ну хилить кто-то умеет? Ну прекрасно. Ну я точно умею. Но я точно не умею. Настя, я умею. Ну значит осилим. Интересно, что? Не умеет или не хочет? Ты на драконах не умеешь хилить? А, на драконах? Умею. А, так гукает, как будто бы там Молигос сидит рядом с пистолетом, типа. Да не, она просто думала, что на хила он уже. М-м-м. Я такая хапала, не хочу вспоминать. Вот этого зерга с маной. О, 700 ДПС. Я волк, я ничего не знаю. Да я танчить могу. Только с верху проблемы будут.
ждем кого-то этого? Нет. Видишь, я всех обогнал. Вот как это происходит? Видишь, я с тобой на охране. Давай, трэш, будете. Есть варик, что на тебя холик с прокачанным талантом от ядов и плюс к хосте, когда на тебе висит щит, кинул щит, и ты типа... Не-не-не, у меня этого таланта нету. А, ну тогда не знаю, либо в твоих талантах смотреть, может там что-то. Или да какие сапоги таланты, у тебя там. Какие сапоги, ничего не зачарено. Просто у меня такое ощущение, что этот маунт бегает очень быстро. Вот смотри, вот черный сейчас. Хуяк, смотри, как я доеду. Нет, быстро. Подожди, подожди. Видишь, мы почти наравне едем. Мы наравне едем. Смотри, стали вместе. Ты что, я уже точить сел? Ебать, что это? Ничего себе, маунта вызвал. Настя. Портодракон, по идее, нет? Ага. Просто он такой большой, он больше, чем босс, наверное. А где рыба, не видно ничего. 30 какая-то лоялка. Поменяли маунтов. Или да, рыба-то есть. Так, что ставить там? Рыбу? Кто там? Гнидыч, ну там как обычно, там танчи, где он есть. Так удобнее. Там и отбегать удобнее. Вон, точите, если. Фу, рыбав, дайте, плиз. Да, просто лапы нет. Лапу. Я сюда, как обычно, дракону иду, да? Да, вот здесь вот. Тут портал где-то рядом с порталом. Он где рога в инвизе. Я его налево в прошлый раз отводил. А, что ты шер не бафаешь? Да. А так, давайте. Вроде бафу. Ты вот это защита от тьмы? Ага. Васа, ты на маленьких. С маленьких. Я понял, что. Мне удобнее вот только в другую сторону его поворачивать лицом. Я вот там стою вообще заебись. Настя, погон. Босса бьют. Тенеброд, прием. Вася, дракона. Что, давайте, Геру. Ну забирай, что ты там? Что у тебя с огром? Да уйти. Я прознался, что можно тут людей просто урона миллиард. Я не знаю, у меня не миллиард точно. Что у тебя с неповиновением? Как там это, блядь, называется? С огром вот этим. Неистовство или что там, эту парашу проверить? У тебя висит она? Все висит. Ну, наверное, выключено было. Вы с подборда-то уйдите? Или что? Че вы просто так умираете? Угардывайте его. Очень странно, я стоял за спиной, но в меня прилетело дыхание на 20к. Я сейчас смотрю, что Тенеброн на весь рейд просто смотрит. Как вы держите, как вот... Вот я ШП, вот я сейчас на себя звезду дам, я нахожусь за спинами боссов. Где вы там дрочитесь, я не понимаю вообще, нет, почему вы как стоите. А меня шотнул с Ротарион. Ладно, ну, меня. Поворачивай в рейд и дракона, и того, и другого. Хуйня какая-то. Ну что? Если вас не получается отвести нормально дракона, ну встаньте вы за спину дракона. Дайте ему время. И, ну, я не знаю, как с агротом у других, но на меня дракон полетел явно не из-за моего агро, блядь. Я тут меньше всех даю ДПС. Что-то ты не с пула не прожал. Как-то ты неправильно бьешь, значит. Меня вытолкнуло в речку, я не видел. Я возвращался в рейд просто. Не надо в речку выкидываться. Ты смотришь по сторонам или нет? Справа и слева появляются волны. Между ними такие щели есть. Тебе нужно в щели находиться, чтобы тебя никуда не выкинуло. Или ты первый раз тут? Я понимаю просто, я же...
протупил и попал под волну. Вот. Так не надо протупливать. Нужно смотреть направо и налево. Вот так вот смотришь сейчас, вот я звездой смотрю на дракона с Артриона. Есть лево, есть право. Если справа появилось, я смотрю, где щель, встаю, чтобы меня эта лава не откинула в лаву, блядь. Ну, смотри. Это же от тебя зависит. Если ты будешь так улетать, кто танчить будет босса? Конечно, ни огро не будет, пока ты в лаве там купаешься. Так давай Гнидыч будет держать. Да при чем тут Гнидыч? Так он лужу свою хоть куда может кидать. Просто это, смотри по сторонам. Ты главное не очкуй. Смелее, вот это все. Посмотрел туда-сюда, ебанул, блядь. Если ты танк, то ты должен танчить, а не РДД должны сдыхать. Понимаешь? Дыхание и РДД тоже. Если танк тупит, если он повернул на вас, то вы должны бежать за спину дракона. Если вы все будете так стоять, конечно, весь рейд будет падать. По одному попадаем и подохнем. Сейчас сделаем красиво. Шерчик. Еще можно будет тотем поставить на огонь, а твою штучку на ауру на броню. Ты же плюс 6% даешь. У меня сейчас стоит на защиту от огня. Приоритетная аура, приоритетная аура, когда один паладин, это третья. На кастеров. Ставится третья. Похуй там. Броня не броня, 6% не 6%. Так тут ничего не прерывается, Войд. Ну, маленькие могут бить РДД, могут прервать хилу каст. Короче, вы скажете, мне не жалко вообще. Кастерская номер один аура в приоритете. Потом все остальные. Поставил все. Все, иди, блядь, Гнидыч. Пипец, там у соседей что-то происходит, женщина орёт, как бешеная. Это же Москва. У неё голос прям срывается. Блин, пойду посмотрю в окно. Блин, давай, бейся. Первая лава, когда будет, прилетает Тенеброн сразу. Пока он ещё в воздухе летит, ты его нужно цель выбирать. Смотри, где щели есть. Видишь, как звезда стоит? Видишь? Вот. Лови дракона. Отворачиваем. Геру. Истерия. Проведи еще на себя. Стянул. Блин, крутяк у меня выпал, на бурстов забагалось. 20 дней КД. Я ж скидывал клешу. Трэш. Напуливай. Напул, КД, а чё-то. Уже ж не в КД. Ну, теперь в КД. Давай гимн. Дальше бьем, не заходим. Видишь, как каст охуенно сбиваем, блядь, гимн пиздец. Да ну ах. Кошка, давай ты в портал, я похилю.
Давайте в портал. Заходим. Бьем. Кошка, идите в портал. Вы бы говорили, вот что трэш, ой, очень что ужас. Вас забери мусор. Мелкий на себя собирай, в бок босса веди, в босса веди всю эту пыль. А ну, дай стерею. Спасибо. Под босса, босса под лицо подведи. Вы, блин, своими ауэшками мой ДПС этот. А ты ДПСишь? Ну, стараюсь соблюдать ротацию. Ну, тут вообще никто из мира как мне. Никаких баф. Крит нету. У меня крит самый важный. Длина серии увеличивается. Это, то есть, один удар и тут же отравление кидаю. Заканчиваю серию. А так приходится 2-3 удара жмакать. Ничего страшного, мне на лодке тоже крит не постоянно падает. Вообще не падает. Один раз забой. Так в рейдах у меня плюс 50 с чем-то процентов. А вот сейчас у меня 40 с чем-то. Крита. Вообще не камильфо. Ну чё, босс? Да он пошел. Из вида потерял в него. Мига поела, Мига теперь не хочет добавить. О боже, боже, боже. Все равно. А сколько дыхания дает урона? Его присыпкой. Я еще не пробовала. Ну я, короче, ходила с пугами, и там нечаянно танк повернул, и мы что-то упали. Лава сейчас пойдет. Мне надо в лаве посидеть. Значит, сижу в лаве. И так к ману рис. Ульду уже пойдем, да? Клинками. Войс. А, нет, это меня. Я думала, она пулила. Не ваншот. Нормально. Это пока что, а типа... короче, какой-то из дракончиков дает плюс 100 или плюс 300 дамаг вот у меня. Что-то такое, знаешь. Ой. А, не, не ой. Чё не оба. Куда летим? Так, кому ОД надо, кроме кошки и меня? А, ОД? Я думаю, если с дерева надо, у нас основной персонаж. Сумка. У меня уже есть. Летим в СА. Так, ну ладно, это Васа Хупала делает. Пинчуга это чё?
Энха. Блять, перчи заебали, не на мой класс падать. Так, слез дерево. Куда бежим? О, са-са? Са-са. Са. Са-са. Найс. У нас, короче, лектор по программированию, я вам рассказывала. Ой, по основам, по матанализу, короче. Ну, он так быстро говорит. Прям тараторит. Надо же как-то уместить две пары в одну, потому что нам сократили. И мы как раз стали проходить такие темы, где часто пип встречается. И он говорит, пиздец, пиздец, пиздец. Мы такие, да-да-да, поняли, поняли. Ну, вы поняли, с чем ассоциируется он. Я вообще ничего не понял. С пиздецом. Здесь. Ну, пи. 3.14. Все дела. Туда поставить ее, сюда поставить. Судьба ждет нас. Приветствую. Так, что тут есть у нас? Скорость. Ой, групп лут поставь, пожалуйста, пока что. Сейчас. Это честь. Так, на уло надо, да? Покойтесь, если будем или нет? Да можно. Я вот не знаю, затащим, нет? Я могу на лобы зайти, мне там как раз... Бой! Mm. В связи с праздниками, я, скорее всего, с 1 по 10 поеду в Калмыкию, а там вообще связь не ловит. Возможно, возможно, я не буду с 1 по 10 вообще заходить в игру. Придется хилить эрдру. Кикаем, говорит, а нельзя. Да. Да там в Калмыкии привет передавает Войда. А, что говорится? Калмычанским игрокам. Что-то каким там? Игрокам? Калмычанским. А, калмыцким вообще. Я так и знал, что оно поправит. Ну, моя мама тут возмущается. Возможно, я и буду играть дальше. Все каникулы. Возможно, ты никуда не поедешь, да? Ага, да, буду просто сидеть здесь. Надо же кому-то посуду быть. Блин, а как все? Хочу калмыки. Все здесь, все здесь. А, Слав, слышишь, это... А? Я на этого, дайте я зайду, на ДК, наверное. Давай, давай, ну, супер. Как раз две стяжки были. Тихо-тихо. Походу все. Сейчас задекаплю Симоню, подожди. Шо у тебя на выходных, Вася? У меня на выходных? Не знаю. Не, Вася. На ночную смену. Я слышу Насть. На ближайший выходной, в следующую субботу. Ага. Че, через субботу, то есть? Вот, которая аж будет, не ближайшая, а следующая. Завтра будешь, если не придет какой-то там один, с которым мы были? Не вопрос, типа. Ну да. А, так я ж не, у меня ночные, типа. А, да, я после трех свободен. Стараюсь первые смены брать, чтобы с трех быть свободным. До часу ночи я спокойно сижу.
Ну где ты там? Начнется сейчас раз в месяц 5 ночей, то я с субботы по среду так, не совсем допоздна. Вы только мага не кикайте, а то не то потеряете. Угу. Тыка. А, тикаем, да? Хорошо. А, Грека, когда у тебя экзамен? С первого по эту будет по... Ну, я с первого буду именно подготовиться к ним. По-серьезному. Я вот в день экзамена буду играть, а до, за день до экзамена вряд ли получится. Слабак. Не, ну, можно попробовать, но не хочу. Кстати, мне курсовую не надо писать. Это вообще кайф. Смотрите, бурю не сагрите там. Этот, след с дерева, ты кидаешь что-нибудь? Типа, что там, кровотечение на босса. А, вижу. Че, Мишка больше дамажит, или в чем прикол? В смысле, Мишка? А, он не хочет умереть от вращения, скорее всего. Ой-ой, два. Не сводите их, не сводите. Разведите их, мои. Хорошо, что целкашного мы потом прибрали. Надо рыбу кому-то обновлять. Пошли. Маны не приехали. Где мана рвень? Тут филить нечего. Гнидыч, ты первый грибаешь, я второй. А, истерия. Так, Герок, да. Гнидыч, ты грипал или нет? Не сбился каст. Я следующий. Thank you.
Видите, эти точки прохожу. Привет, косоговод. Угу. Это жизнецвет, что ли? Ой, не жизнецвет, как это называется? Травничная фигня. Угу. Последним раз он кританул, на первое место вышел. Чё, ща куда? За друлю тебе не надо? Да не. Ну этот кто он? Око? На дизенчант разве что могу. Роландия, давайте на дизенчант. Я 7 лет пулю. Там каст не 5, я сейчас на локо зайду. Я вроде тебе закинул, нет? Со с дерева. Или кому я закинул? Мне закинул. Да? Ты чё, Мига и Слиздерево тут есть? Там рядом были, наверное. Ну, это будет Слиздерево передашь. Ага, ща найду только его. Ну, у Васо есть ретроспек. У тебя, я не знаю, ну, какой конечно, есть. Конечно, око этим ретриком подомажет. У него 210-й ретрик. О, блядь, а это откуда пришел? Где танки? Он бежит на меня. Проходите, не стесняйтесь. Ник Дейла накидаем здесь, он прожмется и дальше бежим. Чё нам дамажить? Нафиг удался. Бейте, бейте, куда вы пошли? Прием. Ну зачем? В смысле, зачем? А... Хранителя можно жалко. Это... Танка нельзя кидать еще. Кинули танка. Сейчас посмотрим, что сока падает. Там палец падает. Боешный. Вот. Я надеюсь, вы не заберете его на продажу. Я его не одену. Забираю, не... да. Продавать не надо нафиг. Да. Кстати, если кто-то шею полутал ключ в Наксе, сделайте сейчас квесты для Ока. Я уже взял квест. А, ты забрал, да? Угу. Ну, вот это самая быстрая рука на Никонза. Ну там, что мне надо, что? Кольцо пипец надо. Пипец. Тогда дадим тебе кольцо, что ты. Тут все свои. А посмотри, смотри, что у меня. Да что это такое? Со стеклом. Это же самый, типа, серьезный минерал. С цветным стеклом, на секундочку. Тот этого типа, который с бутылок пива зеленое. Цветной, я что-то намекает, это ЛГБТшная тема какая-то. Я когда маленькая была, разбивала бутылки, и там шарики, знаете, были в водках. Мне не нравились такие стеклянные шарики, но вся в порезах была. Шарики или водка? Шарики. С этого все начиналось. Да-да-да. Ну да, перед тем, как разбить, нужно же где-то взять эту бутылку. Сначала да, они шарики, валялись на улице. Потом стопарики. Ну, да, начали с 50 грамм. Самолёт я на 2 минуты. Так, у меня полетка не открыта, по-моему. Ну так, поставила пипета лететь, видите? Потом вылетаешь за это и оказываешься призраком в этом. В степях. Так, у меня шалаза. Счастливо.
Пипец, если это кольцо полутаю, то у меня мастерство появится. А оно с меткостью. Тем более у меня кап меткости будет. Почти кап. Да все, где мы тебе кольцо? Победа на зеленых каков не надо. Слез дерева там. Херачит там по пути, блядь. Я не знаю локации вообще. Я только изучаю ее. А тут еще руда по дороге валяется, может покопать. Я обычно так на плоде не делаю. Кстати, пора этот спеки менять. Четвертый проф на всех тринах поменять. Все на алхимию буду ставить. Менять. Из-за класс? Ну да, каражан скоро там, все дела. А нужно будет фласки на сопрос. Да у меня будет все. Я же вам писал про кожевничество. Плюс бабло. У меня кожевничество уже есть. Нет, тогда топ. У меня вот горная ювелирка и кузнечку я качаю. Я считаю, для танка плюс-минус неплохо, вроде как. Каражан, сейчас скажу, какой там контент открываться будет. Ик, следующий контент, это Ик. Потом, после Ика, будет Каражан. Каражан вместе с Грулем Магиком выйдет, а там уже и РБК. Так похоже же, на аукционе стоят. Вот на моей коровке эта шапка лучше всех смотрится. Сейчас кину здесь. Тебе что-то нужно? Че, вы подлетели уже, копа? Я вот смотрю твой стрим, думаю, нифига я быстро летаю. У меня же 150 полет. Вот и смотрю шипы. Хотела ответить, да. Кого сумунить надо? Я прям вижу, как этот стоит и книги просто наваливает по лицу. Пойдем, поставим шкаф на стене. Пошли. А Филичек кто будет? За дроню. Он попросил на 2 минутки, он отойдет. Да, его ждут. Пожурчал там, да? Но не без этого. Ну чё, сейчас я сейчас пол-литра чая выпью. Да я вот что-то подумал, как раз идти за чаем или там. Чё? Портал Калоран. Мне надо кое-что там, не забыл. Я не могу потом в Долоран. Кажется, те, у кого печатка Долорана Кирендоровская, вот те могут. Вас хватит предлагать победу на озере Ледяных Оков. Это победа на озере Ледяных Оков? Да. Ну что ты пытаешься расшарить? Я расшарил, там мне кто-то предложил, я случайно тыкнул, чтобы не мешало не туда. Сейчас я меня сумоните тоже за дролю. Я забыл нашивку на шлем купить для хила. Сейчас куплю. Быстренько релохнусь, буквально минут. Сумоньте. Блин, дерево, короче, тут все просто. Под мордой босса не стой. Стой сбоку, за задние лапы. Не бей босса.
Говорит, внутренний огонь спадет. Так, для особо умирающих, таких как я, приятного аппетита. Пиздец, у меня хилбот сбился ж. Сейчас, еще секундочку. Есть, ребят. Нет, так, кто там, дождь. Кто хилить будет два человека? Это Задрулю и кошка на А. Кретка за Задрулю похилите, да? Угу. Нам, значит, давай. Только подожди. Чё? Чё там готово? Так, я это поставил. Угу. Да, всё. Задрулю. Хилбот настраивал, все. Вроде все на. Так, этих кикнуть, наверное, да? Сейчас. О, все. Все готовы, да? Угу. Два дисплея себе. Я смотрю, что за баф новый. А это курочку ставишь. Спасибо. Косты сбивать? Это я слабнула. Ладно, ладно. Смотрите, где короче, с ромбика. Подведешь же, да, к искре? Так, ну ладно. Я каз... Блин, у меня мало. Что у тебя стойки там или что нету? Ледяную стойку проверь. Это стойки не было? Я не знаю. Да, пишет, не было. Класс. Я достаю до самого бутонку класса. Где искратор? Ближе подводи РДД. Еще не готов. Ты типа можешь. А он искру съел, то прожмитесь. Да все уже. Ты можешь подводить к. Ну уже, следующий наш. Ой, давай гимн. Молю, Саву, Уфас не бьет. В третьей фазе вы хилите, вы помните, да? Я хилю, да, знаю. Зашибись, да, тут... Бейте игру быстрее, ну народ, вы чё слакаете-то? А, это...
Тераплю. Класс, а в следующий раз на тебя надо нападать. Ни хера себе скорости набрал, наверное. Как будто под берсой кастую. Кастуешь? Быстро очень кастую, да. 500 касты. Все, мельки кончились, да? Красиво. А он знает, что тут делает? На третьей. Гнездо бежим, да? Да. Налево, да? Тут надо стакать. Я хилю. Ты хилишь, и я хилю. Да? Нет, не страшно, потери. Короче.
Нужно же добивать. Ачиву. Окей, быстрее, бери быстрее синюю хуйню. Быстрее, быстрее. Успел? Я успел. Хорошо. Кожа, тапки, хоста, крит. Кому надо? За другу. Да. Надо, да? Так. Не, кожаным идет пока. Защита. Ульдуар бежим, да? Да не, ты чё? Этот динамик, щит кому босса. Надо? У меня 219, если что. Бывает. Короче. На первый босс. Не, забудьте, какой первый босс, зачем? Тренька. И что? Ну помоги. Ой, там уже то тебе этот шапку классную пасть. Что может упасть? Шлем. Так, ну все получается, да? Короче, кто может, давайте сходим в Ульдар. Да ну, не, я не знаю, зачем. Ну, в смысле, зачем? Пока там трэш это чистит. Ничего там долго нету. Сейчас, у меня заиск. Ульдар. О, отлично. Ты хочешь эту трини с меткостью, что ли? Да. С меткостью, да. С которой на ап. Ча, тогда лети, Мигдейл. Может, кто-то еще хочет?